Сначала в Волжском, а потом и в Волгограде. С Нового года в областном центре повысилась стоимость проезда в маршрутных такси. Новые расценки затронули городские и пригородные маршруты. С января начали новую жизнь пассажиры волгоградских маршруток. Подорожал проезд. Но если в рождественские каникулы об этом практически не вспоминали, то в рабочие будни наряду со всеобщим подорожанием волгоградцы прочувствовали и это новшество. Как вы к этому относитесь? Как мы относимся? Отрицательно. Конечно, потому что зарплата у нас не прибавилась. Поэтому везде все дорожает, а зарплата прежняя. У нас на 5 рублей маршрутка подорожала. Была 20, теперь 25 рублей. Сейчас по болезни езжу, туда-сюда. Все дорожает, все по карману бьет. Хотелось бы надеяться на лучшее, конечно. Билет на проезд в волгоградских маршрутках подорожал на 15%. Такую ставку утвердили в областном комитете тарифного регулирования. Хотя сами перевозчики Волгограда изначально просили поднять цены на треть. Такое увеличение, по их мнению, было бы экономически обоснованным. Перед Новым годом подскочила цена на запчасти, постоянно растет стоимость газа. На нем работают почти все маршрутные такси. Газ подорожал, запчасти подорожало, все подорожало. И нерентабельным становится работать на маршрутке. Последний раз, объясняют волгоградские маршрутчики, стоимость проезда в областном центре повышалась в 2011 году. В то же время муниципальный автоэлектротранспорт уже давно работает по новым расценкам. Прошли процессы за период последнего регулирования очень серьезные экономические. Там взлет цен был, не взлет цен, но серьезные изменения на ГСМ, то есть топливо и горючие смазочные материалы. Стоимость запасных частей агрегатов произошла очень серьезно. Налоговые выплаты увеличились. Так что, и просто взять уровень инфляции по годовой. По новой тарифной сетке минимальная стоимость проезда на маршрутках Волгограда составляет теперь 12 рублей. Самый протяженный маршрут, соединяющий Спартановку с Красноармейским районом, стоит сейчас 32 рубля взамен прежних 28. Для сравнения, в Волжском перевозчики определили единую стоимость проезда – 16 рублей. Она повысилась на рубль за неделю до Нового года. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».